Так вот мы едем, плавно практически отъезжая от дома. А сюжет у нас дураки и дороги. Вот. Дураков у нас много, очень много. Отдельные дураки смотрят и показывают, и рассказывают. И смотрят они телеканал YouTube. Если что, там вот я и есть. Очень большое количество сюжетов. Вот. И думаю, что я рано или поздно их ликвидирую. Нет, не буду этого делать. Потому что была такая штука под названием ВКонтакте. Группа такая, на костер Челейкина. Много людей там записалось. Вот, и я, естественно, сам лично и заспамил. Простите, я это сделал. Надоело. Но теперь мне без разницы, смотрите меня или не смотрите, что вы там про меня лепите. Мне абсолютно фиолетово. Смотрите. Нормальных сюжетов там хватает. Вот. Что касаемо дураков и дорог, мне тут недавно, вчера буквально, сказали, что я не прав. Я не прав, естественно, как же. Права, которые я получил, это было 23 года назад. Может быть, что-то и изменилось. Но сейчас оказывается, что правило вот это главное, понимаете, да? А наличие водительской этики, это мимо кассы как пролетает, представляете, да? То есть вас могут пропустить, но вот кто, кто едет по обочине движение запрещено, объясняю, по обочине движение запрещено. Но если он даже по обочине объезжает и он в вас врезался, то вы виноваты. Вот. Есть и другие вещи, которые умом Россию не понять. То есть когда я говорю дураки и дороги, я как-то людям объясняю, как надо ездить, да? Если люди не понимают, ну, значит, вот это правило, они для вас. То есть мы о чем сейчас говорим? Мы говорим о том, что все нормальные понятия, все то, что я вам объяснял, по сути, не является ничем. То есть как-то вот с этим жизнь приходится. Вот. А кто меня бабахнул? Ну, меня вчера бабахнули две девочки, обе крашеные блондинки. Вот. Одна, которая в меня въехала, у нее права год, как она владеет правами, да, нормально все, год. Что ж такого-то? Год, и ты заехал в человека, который 23 года ездит за рулем. Вот. А другая девушка, тоже крашеная блондинка, вот, это сотрудница полиции. В свое время снимал как-то, больше не буду снимать, спасибо. То есть я прождал милицию 5 часов. А потом еще полиция меня на месте хлопанула. Поэтому простите, ребята, если вы захотели бы, чтобы я что-то и показал, будем об этом разговаривать. А дураки и дороги, они получатся, потому что правила наши сделаны для дураков. Сори.